Да, чё-то мы сюда прилетучились. Нам вообще в другое место. Встречена с проводником. Игра, походу, вылетела, да, после этого. Неплохо. Неплохо. Встретиться с доктором в тайнике стрелка. Там, короче, был диалог, мол, доктор должен был прийти в тайник стрелка, но проводник умер. Ну, я понял, типа, да. Туда, наверное, не пойдем, там что-то прям жопа какая-то творится. Вообще выглядит как байт на смерть. В конце жопа пасхалка? Я серьезно? Да, сука, ну придется идти теперь. Гадюка 5. Легкий, компактный, а теперь еще и переделанный под распространенный калибр. Этот пистолет-пулемет является настоящей находкой для начинающих сталкеров. Только у этого чела была монтировка в руках. Да ладно, не будем загружаться, чё ж. Нормас, пускай будет уникальный лут. Чел. Ствол на плечо, мужик. Чел. Ты ствол-то убери. Дмитро, реактор. Оружие опусти, мужик. Не балуй. Оружие спрячь. Так, убери оружие. Так, убери мужик, оружие. Мужик, ты оружие-то спрячь. Блять, мужики. Не отойдете, расхуярю. Эй, стрелок. Давай. Давай, приходи в себя. Вот. Так-то лучше. Ты чего в растяжку-то полез? Память у тебя отшибла, что ли? Это ж ты и предложил такую меру безопасности. Ну да ладно. Хорошо, хоть живой остался. Времени в обрез. Поэтому слушай меня внимательно. Все, что ты говорил о монолите, верно. Это просто иллюзия, которую наводят из некой лаборатории рядом с саркофагом. Известно, что никто из добравшихся до монолита не возвращался. Похоже, они там и погибали. Так вот, пока тебя не было, я раскопал информацию. В общем так, есть декодер для открытия двери, ведущей к системе управления монолитом. Декодер спрятан в тайнике на Припяти. Координаты тайника и ключ к нему я тебе даю. Возьмешь декодер, найдешь в саркофаге нужную дверь, а там... Ну, а там по обстановке. Судя по всему, это единственная возможность пробраться к настоящей тайне зоны, которую ты всегда пытался разгадать. Это все, стрелок. Теперь пришло время прощаться. Мне надо залечь на дно. Но я буду тебя ждать. Удачи. Тайник на Припяти, понял, мужик, окей. Так, а в Припять каким образом мы попадаем? Это нам нужно типа вот сюда сейчас идти, на склады. На склады и потом как раз на радар, да? Так, ну что мы делаем-то сейчас? Мы выжигатель мозгов идем отключать? Здравствуй, брат. Я из долга. Выполняем задание на этой территории. Не желаешь к нам присоединиться? Просто если мы сейчас пойдем к свободе, то... мы ничего сделать не сможем уже.
С другой стороны, если мы сделаем это, то мы к свободе уже никак, ну, не прикатим, да? Ну-ка. Ну, давайте я схожу к этому челу, посмотрим, что он скажет вообще. Я видел отряд долго на хуторе, неподалеку от вашей базы. Человек 8, хорошо вооружены. Блин, никак эти козлы не угомонятся. Ладно, придется их наказать. Ну, сталкер, если поможешь. Поможешь нам, будем благодарны. Иди к Максу, он у нас главный вояк. Соберете народ и выкорчуете этих сахатов. Лукаш сообщал, что ты подойдешь. Видал этих на хуторе? Да. И много их там? Точно не скажу, не думаю, что очень много. Хреново, опять долго в жопе зудит. Ну да ладно, пошли с нами, а? Хорошо. Вообще нам же, типа, главарь долго говорил не помогать черепу. Реально, я что-то забыл про это. Он сказал, типа, что хуёвая затея ему помогать. Так, Толик, берешь Лысого и Косого. Зайдете справа. Колян, ты с ребятами постараешься зайти им в зад. Вот как в зад, так сразу Колян. Одобряю. Бля, вы мужика-то куда потащили, мертвеца? Он пускай патрулирует здесь, охраняя территорию. Жесть, стоны мужчин. 3D-звуки, ASMR. Блять, откуда здесь кровососы? Удачи, меченый. А что это за место? Мы называем его барьером. Да так оно в принципе и есть. Это, считай, последний нормальный блокпост перед центром зоны. Буфер такой, знаешь, между людьми и дикой территорией. А дальше там что? Дальше только смерть. Ну или служба монолиту. Наш монолит. Во имя твое. Тьфу ты. Одним словом, ходить туда никому не стоит. Вот мы и стоим тут. Не даем дряни всякой заполонить зону. Джедай, блин. Еще задерживаем особо тупых. По крайней мере, стараемся, чтобы к центру не совались. А зачем вам? А кто же тогда, как не мы? Долг? Они, конечно, доки... по части истребления монстров и неугодных сталкеров. Да только попробуй их заставить чего-нибудь по-настоящему полезное сделать. Ты здесь их видишь? Нет? Вот и я о том. А мы, например, не ставим перед собой цель уничтожать твари, которые тут живут. Барьер? Нормальный барьер. Его будет достаточно. Главное, чтобы черту ни одна из сторон не приступила. Главное, чтобы черту ни одна из сторон не приступила. А если переступит? Всякое может случиться, всякое. Не хочу я. Не желая. Блять, ёб твою мать, ты чё, дурак, что ли? Сумасшедший сталкер. Флешка сумасшедшего. Удобное устройство для переноса информации. Так. Ночью, конечно, идем, но что поделать. А, стоп, там ночь, а здесь не ночь. Хорошо. Ебат! Так, у него снопа какая-то интересная. Чел, нет, ты покойник.
тупануться просто. Домой. Домой. Нифига. Вы что, смелые? Ой, блядь! Это что за хуйня? Это что такое, чуваки? А, это типа действие выжигателя мозгов такое? А им типа здесь нормально находиться. У них уже походу выжжено. Уже не осталось больше, что выжигать. Найти вход в бункер управления. А, здесь отмечено прям, куда идти. Прикольно, призрачный тушка. Бля, вот он не соврал. Он не соврал. Ну, тут зато поспокойней. Не выжигаются так сильно. Арты просто в ящиках валяются, нифига себе. Так, а кода у нас пока что нет? Или есть код? Огромные, конечно, пустые помещения. Хотя, не знаю, насколько пустые. Может, я, конечно, и пропускаю какой-то секретный лут. Так, это мы типа обошли это место. Мама, забирай меня в гробике. Это была секретная концовка сейчас. Ох, опять поплохело. Твоя цель здесь. Иди ко мне. Это кто говорит? Так, это мы сейчас выходим и идем сюда, что ли? Получается так. База, это 056. Отсутствие
подтверждено. Крупных скоплений противника не обнаружено. Пепля высадил в районе антенн для разведки. Жду дальнейших указаний. 056 это база. Возвращайтесь домой. Вепрь, доложите обстановку. База, это Вепрь. Сопротивление минимальное. Кто-то прошел здесь до нас. Вепрь, приказ. Установить карантинный режим на территории антенн. Нарушителей режима уничтожать без предупреждения. Так, это не все Патрики, база точно. Вас понял. Это они теперь все на обратном пути сейчас будут, что ли? Ебать! Это что за пиздец? Это что за боссы-качалки вообще? Ну это по квестам отбившихся от долга. Будем прорываться к станции. Город кишит монолитовцами и прочей нечистью. Поэтому смотреть в оба и прикрывать друг друга. Все. Проверяйте стволы и выдвигаемся вперед по аллее. Готовность 15 секунд. Ты, наверное, меченый? Мне о тебе говорил бармен. Давай пробиваться вместе. Вперед! Погнали, мужики. Не, в бар решил не идти. Вертушка Барман, летит. Я стая 4, скоро будем на месте. Дача, стая 4. О, военные. Хотят первыми добраться к центру, снять все сливки. Ничего, мы там тоже скоро будем. Вперед, парни. Вспышка слева вверху! Фанатики справа! Яблочко, отлично! Отлетел одного! Минус один! В укрытие, они в окнах! Вспышка на крыше слева! Я снял домой. Крышу справа! Двигаемся вперед. Фанатик слева на крыше. Окна слева и справа. Один на крыше справа. Готов. Тайник крыши помню, 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 чуваки, помню. Жесть, они зачищают, конечно. Идем дальше. Подземная автостоянка. Значит, мы в центре Припяти. Передвигаться тихо. Недалеко центральная база монолита. Вперед. Скоро мы будем на станции. Так, это случайно не тот тайник? Это он из гауссовки, что ли, стреляет? Так, мне нужен инвентарь.
Вот винтарь другое дело, сука. Опа! Девочка! Документы из Припяти. Потертая рукопись в кожаной обложке. Написана самим стрелком. Судя по заглавиям, в ней раскрываются некоторые загадки зоны. Декодер. Нечто вроде мощной электронной отмычки. Похоже, что она создавалась с целью взломать какой-то специфический электронный замок. Как ни странно, конструкция не подразумевает универсальности. Оно создавалось для конкретного замка и не способно взламывать какие-либо другие коды. А также броня бога. Армейский бронекостюм СКАД-9М создан для произведений штурмовых операций в зонах активности аномалий. Едрить там пулестойкость 55, да, это жестко. Стоп, что? В смысле, я багом прошел? Там сейчас такое бывает, ты заходишь на стрелу, не решаешь, что его скипнет. Да? Блин, а я уже засейвился. К сожалению. Уже и не откатить, походу, сейв. Ну ладно, что поделать-то? Баг. Ух. По мне пост вертолет. Щеки палят. Не самое надежное укрытие. Время до выброса. Блять! Сука, это пиздос какой-то начался! Вьетнам ёбаный! Какой же мне пиздец! Мужики, я в домике, сука, я в домике. Фух, ну нахуй, там просто ад на земле какой-то творился.
Заряженная, значит. Опа. Твой путь завершается. Иди ко мне. Домой, сука. А не ваши эти детские игрушки. Подвела меня пушка, подвела. Твое желание скоро исполнится. Иди ко мне. Твоя цель здесь. Иди ко мне. О, это что такое? Иди ко мне. Ты обретешь то, что заслуживаешь. Твой путь завершается. Бля! Так и знал, сука! Колбасы быстрее! Пришло время. Я вижу твое желание. Найти исполнитель желаний. Твое желание скоро исполнится. Иди ко мне. Ну, я зацепился, если что. Вознагражден будет только один. Я понял, чуваки, что потайная дверь не здесь. Здесь типа какие-то васянские концовки, но хочется посмотреть их. Ради интереса. Твое желание скоро исполнится. Иди ко мне. Ты куда меня телепортнул, дурачина? Пришло время. Я вижу твое желание. Да я вижу тебя тоже, друг. Как мне, блядь, залезть к тебе, сука? Вознагражден будет то... Так, я еще раз засейвлю, чтобы не бежать весь этот ебаный путь. Даже сделаю вот так. Только один. Загадать желание. Дай мне. А выбор будет? Богатство. Богатство. Его сейчас зашибет этим золотом, да? А, вообще, типа, на самом деле даже не получает золота никакого. Это все наебочка. Запрыгнул сразу с 5 минут ходьбы по телепортам, когда спидранеры несут с собой второй броник и на нем запрыгивают. В смысле, а я без броника запрыгнул. Ну, понятно, понятно. Это такая концовка для монолита, скажем так. Хотя даже монолиты не загадывают желания. Сидят тут и балдеют. Так, ну ладно, пошли нормальную концовку получать. Единственное, я не понял, здесь...
нельзя выбрать? Здесь всегда, типа, вот это богатство, или это зависит от каких-то, типа, факторов? Опа, это что такое? Ну, это экзач. Ну-ка, давайте наденем, походим. Так это у нас было Unlucky Lodge, если чё. Ты типа, нормально вообще? Твой путь завершается. Иди ко мне. У нас все есть. У нас уже декодер есть, если чё. В смысле, мы не получим нормальную концовку? Вознагражден будет попутал, только один. Так. Ну а теперь с винторезом нашим. Мужик, потерпи. Не, ну чуваки, винтарь это определенно топ-пушка для меня. Все остальные пушки по сравнению с винторезом это так, типа. Временное решение, чтобы найти патрики для винтореза или починенный новый винторез. Она так ебет. Забейте вообще. Это как будто... Как будто типа разрабы такие добавили эту пушку. И выкрутили все параметры на 100. Да, размер... Только размер магазина на 10. Здесь забыли. Это вот типа изображение монолита, да? Внимание! Энергетические блоки повреждены. Уровень питания мастер. Вопросов. Задавай их, а потом мы решим, что с тобой делать. Кто вы? Мы осознание. Группа исследователей, которые поставили перед собой цель изменить мир. Известно, что Землю окружает особое информационное поле – ноосфера. Она тесно связана со всеми разумными существами на планете и хранит все их мысленные образы. Мы решили подключиться к ноосфере и внести в нее изменения, убрав все темное, что породило человечество, сделать мир идеальным. Ни один человеческий разум не обладает достаточной мощью, чтобы взаимодействовать с ноосферой. Поэтому мы объединили наше сознание. Что такое зона? Почему она возникла? Зона – это результат вышедшего из-под контроля эксперимента с ноосферой, информационным полем Земли. Мы собирались подключиться к ноосфере, чтобы исследовать возможность влиять на нее. Однако во время эксперимента произошел пробой, и энергия ноосферы хлынула на Землю, меняя все вокруг. Так образовалась аномалия, которую вы называете зоной. Что произошло со мной? Ты выпавший из механизма винтик. Во время одного из походов к центру зоны ты слишком близко подобрался к нам. Наша защита от проникновения считалась совершенной, но тебе удалось найти путь, о существовании которого мы не подозревали. Допустить, чтобы нашу тайну узнал кто-либо еще, мы не могли. Человечество пока не готово узнать правду о причинах появления зоны.
Поэтому мы немедленно стали кодировать наших агентов на твое уничтожение. По невыясненной причине оборудование дало сбой, и мы не заметили, что ты сам оказался в числе сталкеров, которые попали под наш контроль. В результате ты получил задание убить самого себя. Что означает татуировка «сталкер»? «Сталкер» — это название программы по кодированию человека на выполнение определенных задач. На подходах к центру зоны мы расположили несколько ПСИ-установок. Самая крупная из них известна вам как «выжигатель мозгов». Все, кто пытается пройти к центру зоны, попадают под наш контроль. Затем они проходят кодирование, становятся нашими агентами и получают татуировку «сталкер». Рассылая их по зоне, мы влияем на ход событий и обеспечиваем свою безопасность. Пиздец. Что такое грузовики смерти? Это транспорт, которым мы доставляем наших агентов в разные части зоны. Агенты внедряются в среду сталкеров и выполняют задачи, на которые они были запрограммированы, даже не подозревая об этом. К сожалению, более половины агентов при транспортировке погибают, так как зона очень нестабильна. А почему все здесь произошло? Чернобыльская АЭС была наиболее подходящим местом для наших экспериментов. Во-первых, после аварии 1986 года здесь осталось очень мало людей, поэтому мы могли работать без опаски. Во-вторых, станция обеспечивала нас энергией, необходимой для работы установок. В-третьих, рядом со станцией находились мощные антенны, которые использовались в экспериментах по воздействию на сознание людей. Катастрофа 1986 года тоже ваша работа? Нет, мы здесь ни при чем. Наш эксперимент начался уже после аварии на Чернобыльской АЭС. Что дальше? Что будет дальше, зависит от тебя. Зона медленно, но неуклонно растет. Наших сил едва хватает на то, чтобы сдерживать поток энергии ноосферы. Ты можешь присоединиться к нам. Наши силы возрастут, и, возможно, мы сумеем взять его под контроль. Ты можешь уничтожить нас. Тогда энергия ноосферы беспрепятственно потечет в зону. И к чему это приведет, неизвестно. Чё-то я нихуя не понял, если честно. Чё-то какой-то, блядь, дед нахуй мутный появился. Да-да, ёпта. Начал мне затирать какую-то дичь. Чё, блядь? Ну давайте, типа, и то посмотрим. Я чё-то... я не особо понял, что к чему, если честно, в концовке происходит. Давайте попробуем сначала их разъебать, например. Ради интереса. Тогда сначала соглашаться? Да? Ну давайте согласимся. Это я типа уже у них где-то на базе или что? Давно я стрелка не видел. Неужели он погиб? Нет, этого не может быть. Он из любой передряги выберется. С ним все в порядке. Чё-то, блядь, мутная тема ну какая-то. Что, пойдем? Идем, пора как обедать. Как будто меня накачали наркотой, знаю, оттрахали и потом в капсулу какую-то. Старого друга. Закинули. Замариновали. У меня аптеки кончились, вот в чем беда.
Да все, все, успокойтесь. Ничего не вижу. ФТ получше винтаря был? Да нет, нифига. Винтарь самая топовая тема. Чел, это обуз. У тебя, черт побери, нет тряски, у меня есть. Мне похуй. Я даже смотреть в твою сторону не буду. Мне вообще поебать. Сука, тряска! Да мне похуй. О, аптека даже. Ничего себе, щедро. Щедро. Меченый? Какого черта? Сука. Это что, рафляночка такая? Сделал выбор. Надеюсь, он был верным.